Представьтесь, пожалуйста. Позывной Кенни. Откуда вы? С Санкт-Петербурга. Давно в зоне СВО? Получается полгода и 3 месяца, 9 месяцев. Расскажите о своей деятельности здесь, чем занимаетесь? На данный момент занимаюсь вещевым складом, обеспечением, подвозом и прочими вещами. За какой клуб болели ранее? Футбольный клуб «Зенит». Особенность вашего подразделения в том, что здесь люди разных клубов все около, футбольных? Да, все около футбольщики разных клубов с разных городов России, соответственно, и все в одной команде. И как ладите вообще? Весело, задорно. А вот как ранее, получается, каждый из вас болел за свой клуб, мы были около футбольщиками, каждый был за свою идею, сейчас вы объединились. А вернувшись на гражданку, вот вы хотели бы снова, так сказать, вернуться в околофутбольную, близкое движение, зная, что ваши товарищи с разных клубов? Тяжелый вопрос, как говорится, такой довольно-таки глубокий. Потому что путать околофутбольное и все-таки СВО, это нельзя рядом ставить. Объединило вас? Нас это объединило, да, скажем так. Как ваши друзья и семья отнеслись к тому, что вы в зону СВО прибыли? Очень положительно. Поддержали вас? Конечно. При учете того, что я из Санкт-Петербурга приехал в Крым, как говорится, очень часто тревоги звучат, и, соответственно, мы все хотим, чтобы все это закончилось. Это вас и побудило приехать? Нет, не только это. Очень многое что. А что еще? Во-первых, первое, что это большие жертвы в гражданском населении, да, соответственно, что в принципе неприемлемо. Плюс много знакомых участвовали уже к тому моменту, да, в специальной военной операции. И плюс сами переехали в Крым, увидели многие вещи своими глазами, как говорится, ощутили на себе. И решили, скажем так, поддержать. Расскажите что-то еще о своем подразделении. Оно самое лучшее. Коротко и ясно. Передайте привет всем родным и близким, кто ждет вас дома. Всем, кто узнал, огромный привет. Вместе победим.